Привет, друзья! Конец января, у нас тепло, днем плюс 11. Я открыла свой сезон, убрала уже цветник с древовидными пионами, обрезала их. Ну, об этом можете посмотреть предыдущее видео. Сегодня приступаю к обрезке клематисов и уборке цветников. Обрезать клематисы третьей группы я буду на 2-3 почки от земли. Здесь у меня вот клематис мадам Джулия Каривон. Клематис третьей группы, вот конкретно его, я буду обрезать на 2-3 почки от земли. И также обрежу все клематисы третьей группы. Здесь у меня еще не убрана мульча. После обрезки уберу всю мульчу, которую не успела убрать осенью. В некоторых цветниках у меня уже чисто убрано все, а некоторые не успела, оставила на весну. Здесь у меня клематис Пурпурия Плена Элеганс, тоже клематис третьей группы обрезки. Тоже также его буду обрезать на 2-3 почки от земли. Здесь Принц Чарльз, здесь Авангард, то есть здесь клематисы все третьей группы обрезки. Как обрезать, я не буду показывать, потому что интересного здесь ничего нет. Все так понятно. Снизу побеги обрежу на 2-3 почки и буду стаскивать с опоры побеги. Работа не очень приятная, пыльная, поэтому показывать ее не буду. Покажу поближе клематис мадам Джулия Каривон. Вот видите, здесь почки какие уже большие, поэтому срочно клематисы все обрезаем. Вот она, красавица. Обрезку покажу на примере клематиса голубой ангел. Основание я специально расчистила, все листики убрала, чтобы хорошо было видно все побеги, все междоузлия, почки. Итак, это клематис третьей группы обрезки. Обрезаем его от основания, от земли, на 2, максимум 3 пары почек. Цветет у нас клематис третьей группы обрезки на молодых побегах, то есть на побегах текущего года, которые пойдут после обрезки, проснутся. Из почек пойдут побеги и будут цвести. Обрезаем мы клематисы с той целью, чтобы простимулировать образование молодых побегов и как можно больше их количества. Если мы клематис третьей группы не обрежем, то на прошлогодних побегах он цвести не будет. Итак, обрезаем. Смотрим этот побег. Здесь одна пара почек, две пары почек. Ну и обрежу его. Вот здесь обрезаем выше почек на 1 сантиметр примерно. Вот так у нас получилось. Одна пара почек, две пары и третья пара. Дальше одна пара почек и вторая пара почек. Обрезаю над ней. Выше подниматься не буду. Дальше обрезаем. Одна пара почек и вторая пара почек. И дальше здесь вот у нас идет одревесневший побег. Рекомендуется одревесневшие побеги удалять на кольцо, то есть в уровень с землей. Но так как у нас здесь от первой пары почек идет молодой побег, удалять его жалко. Я его просто вот здесь срежу. А здесь этот молодой побег, он у нас будет прекрасно цвести в этом году. Поэтому я его вот так срежу и удалю. Здесь у нас тоже древесневший побег. Его просто нужно окультурить. То есть срезать вот эту часть. Все. А древесневшие побеги, на них идут молодые побеги, которые будут прекрасно цвести. Здесь я удаляю вот так. Сухой побег, поэтому его, он даже сломался. Удаляю и здесь надрежу, чтобы уже наверняка. Ну и остался один побег. Вот этот вот побег у нас
здесь одна, вторая пара бочек, и я здесь срезаю вот так. Вот такой после обрезки получился кустик. Так как основание я расчистила, здесь корни находятся близко к даже, вот даже видны корешки, поэтому после обрезки обязательно нужно замульчировать, прикрыть корни небольшим слоем земли. Вот такая обрезка для клематисов третьей группы. К третьей группе обрезки относятся клематисы группы Витицелла, Жакмана и Интегрифолия. Я вам показала сейчас, как обрезаются клематисы группы Витицелла и Жакмана. А клематисы, относящиеся к группе Интегрифолия, немножко отличаются в обрезке. Сейчас я вам покажу. Здесь у меня клематис Арабелла, который относится к группе Интегрифолия. Это группа клематисов, которые не цепляются, они не могут взбираться на опору. Их нужно либо подвязывать, либо выращивать как почвопокровники. Обрезается эта группа клематисов, интегрифолия, у самого основания от земли. То есть срезаем полностью все побеги. Ну вот такая у них особенность обрезки. Здесь можно видеть, вот проснулись почки. Из земли пойдут расти молоденькие новые побеги. Эти все старые прошлогодние побеги обрезаем у самого основания, аккуратненько, не повреждая почки. Вот так обрезаются клематисы группы интегрифолия. Ну и покажу полностью цветник, который я убрала. Сегодня обрезала клематисы третьей группы. Обрезки. Вот здесь они у меня все растут. Не все, конечно, но это тот цветник, который я убрала сегодня. По обрезке клематисов третьей группы у меня все. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Я буду знать, что оно интересно, полезно. А пока с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания.